Друзья, всем привет! Сегодня мы пошпилим в трансформеры. Ой, написано, что у нас? А, закаленные в бою, да. Пошпилим вот в данную игрушечку. Игра идет на базе Android, то есть на базе системы операционной, да, Android. В Play Market бесплатная. Это, можно сказать, по типу идет Mortal Kombat, короче, типа такого варианта. Немножко зашел, посмотрел, попробовал. Как вы видите, у меня там второй левел. Так вот, мы тут, я сильно еще не разбирался в игре. Здесь вот можно нажать кнопочку бой. И так, сюжетные бои какие-то. А, давайте посмотрим даже не сюжетные бои, а назад вернемся. Посмотрим соло миссии против атакуйте других игроков. Вот видите, есть также особые вопрос лояльности, сложно, режим сложности, сложный по идее. Далее ежедневные хер его знает что такое. Арена, да, вот с игроками другими можно пошпилиться, соревнуйтесь с другими игроками и получаете награду за позицию и этап. Так, атакуйте других игроков. Рейды есть. Что у нас тут еще есть? Ну, миссии Альянса есть, да. Это типа клан создали свой и пошпили. Пошли гнать дуру. Так, давайте, ладно. Возьмем сейчас мы. Что у нас такое? Тугодум какой-то. У меня есть два бота. Акробата. Еще как посмотреть, а вот Optimus Prime, это КамАЗик 106, даже не, ну да, силы типа что-то такое, и 91 у Бладжина какого-то. Так, в общем, давайте мы, наверное, начнем, посмотрим, что он собой представляет, да, игрушечка. Есть еще серия вот типа вот этого варианта трансформеров. Есть Marvel, там где супергерои типа Бэтмена, Капитан Америка, Спайдермен и тому подобное. По-моему, Тор даже есть. А, и есть, кстати, кто играл, по-моему, этот, скажите мне, фильм о Дэдпул, железный такой чудак был. Вот тоже такой же там есть. Если вам понравится данный вот видюшечка, лайкосики поставите, запишу следующую еще это самая часть вот этой вот игры по гамою. Ну и Marvel вам покажу, скачаю. Так, в общем, давайте мы сейчас возьмем минус 1, 48, да, что такое у нас тут? Давайте Оптимуса возьмем. Так, ну, выбрали, ну да, правильно, все, Оптимус, поехали в бой. Сейчас будем драться. То есть, в принципе, ничего здесь сложного нету. Есть определенные плюшечки, там, где надо там зажать палец, держать, либо же тянуть палец вправо, либо это, ну, такого варианта. Типа, вот сейчас посмотрите, в принципе, такая неплохая игра, можно шпилить. Так, нас заставляет. О, это не потом, ничего себе. Что это такое вообще?
включили там, да? Это что у нас такое дальше? Ящик первый раз удержит ящик. Содержимое ящика будет доступно после завершения миссии, да? Ну давайте мы пойдем вон туда. Ну, беги. Не? Вот сюда. Нет, что сюда? Ага, мы типа собрали какую-то. О, вот, это, наверное, с боссом сейчас будем драться. Вот, по сути, здесь мы что-то должны... Так, командир, мы нашли на этой планете ремкомплекты. Тыры-пыры, 5-10. В общем, они типа приземлились на планету. Сюжетная линия типа такая. Так, давайте я стару. Ой, нет, тут хп мало, и тут хп мало. Сейчас, секундочку. Так, сейчас мы давайте бой добьем. Четыре звездные бота сразу бодают всеми тремя спецатаками. А у меня сколько звезд, интересно. В Марвеле также там есть разные Прайм победил. Ну, естественно, так. Ладно. Все, отлично. Так, поехали. И что у нас? Вот сейчас мы должны что-то духоту. Прикольно. А вот, вот за вот такие вот штучки. Смотрите, здесь идет первая. Так, что-то непонятно, что это такое. А, вот. Так, ремкомплект, отремонтируемся, типа мы, потому что повреждения там сбоя. Оно само восстанавливается по ходу хп со временем, но бывает такое, когда надо реально вот поиграть, а у хп у вашего героя мало, мы берем вот такой вот ремкомплект. Там он мгновенно восстанавливает 250 здоровья одному ходу. Вот руда, вот руда это типа улучшает героя, в общем. Так, давайте тогда, давайте назад к миссии вернемся. Сейчас посмотрим, что там это будет, что-то нет. Повышайте ранг. Так, зверюга моя интервью любим. Так, ай, да ладно. В общем, вы посмотрели, я думаю, кому-то может понравилось, скачает игрушечку. Какая карта, серьезная, да? Блин, да что ж такое? Назад, назад, назад. Скайп запустился, какой-то черт. Короче, в общем, как-то так, ребят. Я думаю, игруля вам понравилась. Спасибо за просмотр, ставьте лайк. Поставим мы еще какую-то шпильку Marvel, либо продолжим вот эту записывать.